Сейчас я вам спою песню. Наверное, я никогда не пел на шестиструнных аккордах. Обычно это все в стиле Высоцкого. Значит, песня называется 07. Эта ночь вне закона, я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здрасте, как вас звать дома? 72-я, жду дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Для меня эта ночь вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? Девушка, слушайте, 72-я, не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу в Селине я завтра улетаю. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона, телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонна, расстояние на миг сократив. Девушка милая, я прошу продлите, вы теперь как ангел не сходите с алтаря. Самое главное впереди, поймите, а вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждений на трассе, шторы летом с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, снова я, что вам? Нет, уже не нужно, нужен город Магадан. Я даю вам слово, что звонить не буду снова. Просто друг один узнать, как он, бедняга, там. Эта ночь для меня вне закона, ночи все у меня не для сна. Я усну, мне приснится Мадонна, на кого-то похожа она. Девушка милая, снова я дома, не могу дождаться, и часы мои стоят. Да, меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.